сейчас для тебя. Официально форум «Мой бизнес» в городе Екатеринбурге объявляем открытым, друзья! Губернатора Свердловской области Алексей Валерьевич Орлов. Под ваши аплодисменты. Вот тут максимально дайте шума. Это первый человек, который выходит на эту сцену. Максимум! Добрый день, дорогие друзья. На самом деле я выходил не первым. Выходила прекрасная девушка Аня. Она вот так вот, наверное, рождается популярность. И идет такая серьезная реклама своего бизнеса. Я так понимаю, что у Ани уже есть свой бизнес, и я хочу, конечно же, пожелать этому бизнесу процветания. Но на самом деле, тот проект, в котором мы сегодня все принимаем участие, проект, который реализуется университетом «Синергия» при поддержке Министерства экономического развития, он как раз направлен на популяризацию предпринимательства. Вот, судя по количеству людей в этом зале, зал почти полный. Это говорит о том, что в Свердловской области очень много энергичных, инициативных, умных людей, которые ставят перед собой цели и умеют их достигать. И, конечно же, правительство области и губернатор перед нами ставят такие задачи, окажут всю необходимую поддержку для того, чтобы бизнес себя чувствовал комфортно, и особенно начинающие предприниматели. Поэтому я хочу пожелать всем сегодня хорошего дня. Вот те форумы, которые уже прошли в двух десятках городов нашей страны, они показали очень большой интерес участника форума к участию в этом мероприятии. И те контакты, которые получены на площадке, они получили свое развитие. И сегодня люди общаются и в социальных сетях, и в бизнесе, продвигают какие-то совместные идеи и проекты. А значит, что предпринимательство в нашей стране живет, развивается, и у него есть хорошее будущее. Удачи на всем дня! Женя прийти к вам без подарка, он сказал, что в Екатеринбурге люди это очень любят, ценят, и если им подарить этот подарок, то они будут очень счастливы. Вот вам майонез. Отличный подарок. Спасибо, Алексей Леонидович. Еще. А вот можно у вас, почему я вот вам майонез дал? Вот когда подарок берут, то что-то тоже дарят в ответ. А я подарю тогда, ну, если это можно назвать подарком, мой автограф. Нет, это нельзя назвать подарком. Он на часы намекает, Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, я про что? Вот мы сегодня будем среди ребят проводить розыгрыш. Один из участников получит приз от каждого спикера. Мы каждого спикера будем, тот, кто выходит на эту сцену, просить подарить что-то от себя. Вот что вы в рамках этого огромного зала, в рамках этих аплодисментов... Готовы были бы от себя, я понимаю, что ты не подготовлен, спроси налоговые каникулы. Что от вас могли бы подарить одному из участников? Я так понимаю, что одному из участников будет эта брошюрка. И я хотел бы на этой брошюрке написать этому участнику, чтобы его всегда преследовали удачи и успех. Шикарно. И чтобы вдруг, если его что-то преследует другое, то вы бы решили этот вопрос. Да. Хорошо. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Первый спикер на сегодня и первый подарок, который мы реализуем прямо сейчас. Ну а разыграем цепочку позже. Так и есть.